Ой, он меня начал облизывать. Туда попали духи, и он меня облизывает. Кот, ты чего? Вкусно? Малыш. Приветствую вас, мои дорогие друзья. Меня зовут Лилия Донскова, и это первое видео в 2020 году, и оно посвящается пустым баночкам за месяц, и это пустые баночки за декабрь. Но прежде чем показать, что мы использовали в нашей семье из трех человек, кот, ты не пользовался? Ты забыл? Нет, он не пользовался Oriflame, он только кушает вкусняшки. Я вам хочу рассказать статистику за год. Статистику за год. Представьте себе, что за весь год 2019 мы срасходовали продукции, включая продукцию Wellness и косметические средства, на 4208 баллов. Ого! А в деньгах это по потребительским ценам 212 544 рубля. Представляете, 212 тысяч мы просто намазали, помыли, съели. Конечно, большую часть занимает wellness, потому что каждый месяц у нас несколько коробочек — это wellness, витамины, коктейль для волос, там астаксантин, сейчас все покажу, но все равно цифра очень удивляет. И я вам рекомендую начать этот год тоже с эксперимента. Попробуйте каждый месяц складывать пустые баночки в пакет или в коробку, и потом посчитайте, сколько денег вы потратили. И представьте себе, что это в каждой семье происходит то же самое. Ну, кто-то чуть больше тратит на себя, кто-то чуть меньше. Зависит, конечно, много от того, там, от длины волос, от состояния кожи. Кому-то нужно больше средств, какой-то более широкий ассортимент, а кому-то поменьше. Но тем не менее вы поймете, что каждый человек, каждая семья очень много денег тратит на рыльно-мыльную продукцию. Поэтому, задумаясь, мы понимаем, что если мы будем показывать каталог каждому человеку, который встречается на нашем пути, с кем мы начинаем общаться, рассказывать, что мы консультанты Oriflame, что через нас можно заказать эту классную шведскую продукцию, то поверьте мне, в этом году у вас не будет вопросов стоять, как войти в премьер-клуб, как собрать себе клиентскую базу. Просто поверьте, что эта продукция нужна людям. А поверите вы через такой эксперимент. Мне очень много дала вот эта вот тема именно сбора пустых баночек, и сделала я это благодаря вам, потому что многие из вас писали: а почему вы не снимаете обзоры пустых баночек, а почему вы не делаете такие обзоры, это очень интересно, чем вы пользуетесь, покажите. И через некоторое время мне Миша говорит: ну давай попробуем. У нас, как всегда, Миша идейный генератор, да, он меня толкает к чему-то новому. Я говорю: ну окей, давай попробуем, но вряд ли это кому-то действительно нужно. А оказалось, что это видео одно из самых популярных у нас на канале. Итак, давайте перейдем к делу, потому что нас ждет целый пакет пустых баночек за декабрь. И самое интересное, что когда мы снимали предыдущий обзор, я сказала: ну в декабре уже точно ничего не будет, потому что мы только что все обновили, выставили новые баночки, они так быстро не закончатся. Но тем не менее за декабрь у нас получилось 440 баллов, сама в шоке. 23 120 рублей — это потребительские цены по текущему каталогу, и дистрибьюторская цена 18 497 рублей. То есть мы сэкономили примерно 4500, просто потому что есть дисконт от 20% скидка в Oriflame. Итак, что же мы употребили? Ну, конечно, начну с wellness. Многие спрашивают, как часто мы пьем витамины. Стараемся пить каждый день, потому что витамины не накапливаются в организме, они нужны постоянно. И именно эти витамины, они разработаны с тем учетом, что мы их пьем каждый день, а не курсами. Почитайте подробную информацию и на сайте, и погуглите. То есть эти витамины нужно пить каждый день, это как просто добавка к пище. То есть мы должны получить определенное количество микроэлементов, минералов, нутриентов, омегу, астаксантин. То есть все это вот в этой коробочке стараемся пить каждый день, но бывает, что иногда забываем. Ничего страшного, главное, что все-таки мы их пьем. Далее, еще одна пачка wellness нутрикомплекс,
именно целевой для волос и ногтей, и его рекомендуют пить в комплексе с wellness пэком, чтобы был лучший результат. Поэтому мы пьем сейчас вместе с Мишей, комплекс допиваем, и я их очень люблю, потому что благодаря этим витаминам я отрастила длиннющие волосы и ногти в хорошем состоянии. То есть я довольна и пью, потому что доверяю Oriflame на 100%. Если они что-то выпускают, то значит это будет эффективно, однозначно. Так, что-то здесь еще было из wellness, но это там будет на дне, наверное, пониже. А далее, краска для волос 9.0. Мы даже записали видео, потому что многие не верят, что я крашусь этой краской. Мы прям видео показали, как я открываю эту коробочку, наношу на волосы. Посмотрите на канале, я рассказываю некоторые фишки, секреты, как в домашних условиях покрасить волосы любой длины. В общем-то, чем они короче, тем проще. Но это действительно дает возможность сэкономить кучу денег и времени. И краска мне нравится тем, что она увлажняет волосы, напитывает их, и после окрашивания они выглядят настолько живыми, блестящими, такие рассыпчатые. Вот просто обожаю вот этот эффект от краски. Когда я смыла черную краску и никак не могли подобрать тон именно из ассортимента Oriflame, я очень переживала. И даже не только потому, что теряю как бы баллы, деньги, да, приходилось покупать краску в салонах, даже не из-за этого, а просто я настолько полюбила эту краску, что мне было грустно с ней расставаться. И слава богу, в какой-то момент у меня уже волосы пришли к такому цвету, что подошла краска 9.0. Я очень рада, и мне нравится сам оттенок. Маска для волос мед и молоко. Маска, помимо того, что она вкусно пахнет, ой, даже вот чистая баночка, я ее помыла, кстати, я эти баночки не выкидываю, именно вот эти пузатые бочонки, они мне пригождаются, я их оставляю для рукоделия, то есть в них очень удобно собирать всякие там бусинки, вот все, что я там использую для упаковки, у меня это хранится вот в таких банках, я их даже покрываю акрилом золотистым, они так выглядят прикольно, ну как-нибудь надо показать. Так вот, про саму маску. Мне нравится, как она питает волосы. После нее хорошее качество волос. Они лучше расчесываются, лежат хорошо. Чувствуют, что кончики не такие сухие, как если бы маской не пользоваться. Но я маской пользуюсь часто, и дочка тоже, у нее очень длинные волосы выросли сейчас. И у нас маски всегда есть в рационе. Или я люблю нашу восстанавливающую серию Hair X, или мед и молоко, просто наши любимчики. Закончился тоник на Veg. Вы скажете, что за тоник, да, кто-то его может быть не помнит, но кстати, на Veg гель-тоник, он появился не так давно, это разработка только с 2019 года, а до этого был отдельно гель, отдельно тоник. И вот я закончила как раз остаточки тоника, и я хочу сказать, что я легко перешла на гель-тоник, когда это вместе, это быстрее, и мне очень нравится новый продукт, но иногда хочется тоником все-таки протереть лицо, например, после маски я люблю протереть лицо тоником, а уже как бы не хочется еще раз умываться гель-тоником, поэтому вот жалко, конечно, что нет тоника, но у меня еще там была заначка, и я открыла последний тоник, последний, наверное, больше не будет. Так, закончилась пудра The One. Это старая упаковка еще. Когда я ее только начала использовать, мне она, конечно, очень нравилась. А потом, наверное, со временем она все-таки меняет свое качество. Даже вот чуть-чуть осталось по краям. Я уже не хочу его использовать, выкидываю эту пустую баночку. По поводу упаковки, мне она совершенно не нравится. И открывать ее достаточно все-таки удобно, но надо подлазить сюда ногтем. И если ногти свеженакрашены, и у меня часто такое бывает, что я накрашу ногти, иду краситься. Я все время сдираю вот об эту штуку себе на каток. Вот, упаковка дурацкая абсолютно, все-таки у меня есть такая мечта, что в Oriflame будут упаковки, где нажать можно на кнопочку, и крышечка будет сама отхлопываться. Я понимаю, что это более дорогая упаковка, уже с механизмом с каким-то, но удобство все-таки для нас очень важно. Мне кажется, для многих девушек важна сама упаковка, чтобы она была и привлекательная, и удобная. Согласитесь, как вы относитесь к упаковке, потому что мне, например, всегда радостно, когда что-то красивое и удобное в руках. Вот, так что сейчас я
Могу сказать, что пудрой пользовалась очень долго, не потому что она не хорошая, нет, она хорошая, но просто у меня одновременно была открыта пудра Giordani, две рассыпчатых пудры, которые тоже сейчас в процессе, я их использую, и как только закончилось это, я открыла сразу новую, она у меня уже была выкуплена, и я ее сразу открыла и начала вот сейчас ей пудриться, и понимаю, какая она классная, несмотря на то, что упаковка мне не очень нравится. Закончился лосьон для тела, это у нас бергамот, бергамот с чем-то там, не помню, обалденный лосьон, вот это в принципе вся вот эта серия мне нравится больше всех, и упаковка удобная, и то, что с дозатором просто так берешь, тун-тун, выдавливаешь сколько нужно, наносишь на тело, ложится лосьон бесподобно, он просто растекается вот так по коже, струится, очень тонкий, изысканный аромат, в составе натуральные масла, и это чувствуется сразу, потому что кожа просто настолько гладкая, такая волшебная, но он быстро заканчивается, по крайней мере у меня они заканчиваются быстро, и, наверное, кто смотрит регулярно мои пустые баночки, у меня постоянно в них есть одна-две баночки из-под крема или лосьона для тела, я много наношу уходовых средств на тело. Я расскажу вам одну историю, мне привез ее спонсор, по-моему, из Португалии, он ездил на золотую конференцию, да, точно, это была Португалия, и там он познакомился с директором какого-то высокого ранга, очень взрослая женщина, и ей все делали комплименты, какая у нее шикарная кожа. Если вы замечаете, у взрослых женщин очень часто портится кожа на шее и вот в зоне вот груди, да, вот тут вот декольте открытое уже носить, как бы не носить, стараются, потому что кожа здесь становится какая-то дряблая. А у этой женщины кожа была идеальная. Вы знаете, здесь невозможно сделать какую-то пластику, мне кажется. Ее все спрашивали, как ей удалось сохранить такую кожу шикарную, хотя ей там уже под 70 лет, даже, по-моему, 70 с чем-то. Она говорит, я мажу кремом Oriflame. Все ей сказали, ну мы тоже мажем. Она говорит, нужно не мазать, а накладывать. Не экономьте вы крем, его нужно много, потому что кожа требует питания, а вы ей даете его столько, сколько нужно. И вот вы знаете, мне эта история тоже очень понравилась, и я не экономлю крем для тела, я его наношу обильно, и он, знаете, он весь уходит. То есть не то, что я просто намазываю и потом стираю лишнее, нет, он весь уходит. То есть я слушаю ощущения кожи, прислушаю, сколько ей нужно, я ей столько и даю. По поводу этого лосьона, буду ли я его еще заказывать? Нет, не буду, мне не подходит этот запах, он приятный, да, он такой бергамот, зелененький, свежий, но я сейчас, именно сейчас у меня такая фаза, раньше мне нравились свежие ароматы, сейчас я больше склоняюсь к каким-то фруктовым, персиковым, знаете, экзотические фрукты, сладкие нотки, мне они сейчас больше нравятся, наверное, что-то поменялось в моем гормональном фоне, и поэтому у меня поменялось отношение к ароматам, поэтому его нет, но он очень крутой, если вы любите такие зеленые свежие ароматы, он просто ваш будет, наверное, любимчик. Так, жизнь с интимом становится ярче, и это гель для интимной гигиены освежающий, и это новая серия с розовым дозатором, я не помню, здесь какие-то ягоды в составе. Что могу по нему сказать? Отличный гель, очень приятный, очень классный, он прозрачный, гелевый, приятный, я не могу ни про один гель Oriflame для интимной гигиены сказать, что он мне не понравился, они мне все нравятся, есть какие-то незначительные отличия, но самое главное, что это очень комфортное состояние после его применения. У меня был такой момент, я уезжала в отпуск одна без Миши, и я с собой не взяла гель, потому что мне было тяжело, столько всяких баночек, столько одежды всего нужно было взять, и вот я несколько дней жила без геля, без этого, только с мылом, и это ужасно, просто вот тут я поняла, какая прелесть, что у нас есть такие гели, и самое главное, что их разнообразие большое, да, хотите такой, хотите такой, короче, это прелесть, я очень рекомендую в каждую семью такой гель. Так, дальше мой любимчик, это скраб для тела, мед и молоко. Я очень любила и вот этот имбирный скраб, который сняли с производства, но у меня вот еще остаточки в запасе были,
они отличаются очень сильно. Здесь больше масел, то есть он прям напитывает кожу, и когда его смываешь, то чувствуешь, что прям вот масло масляное на коже. Не надо вытирать, как говорится, кожу тереть полотенцем, нужно дать впитаться этим маслам. Это просто фантастика. Но этот скраб я очень люблю за счет того, что он такое вот чувство, что вот просто мед засахаренный, начинаешь катать по коже, это так приятно, и он тает потихонечку. Но это необыкновенно. При этом один из моих любимых ароматов — мед и молоко. Очень классный флакон, хороший, такой золотистый, симпатичный. Этот продукт однозначно буду повторять, и, по-моему, сейчас будет обновляться серия, немножко нам дизайн изменит, и будет еще интереснее. Ну, про этот скраб я долго рассказывать не буду, потому что он закончился, да, тут пустая прозрачная баночка. Но я могу сказать вам одно, что новая серия, обновленная спа, в ней скраб тоже очень крутой, он немного отличается от этого, он не такой вот маслянистый, но кожа после него тоже невероятная. Скрабом нужно пользоваться обязательно, то есть помогать коже удалять мертвые клетки, потому что гель и мочалка все равно так не справятся, как справится скраб. И хотя бы раз в недельку скрабом нужно помочь коже очиститься, если особенно вы не ходите в баню хотя бы там раз-два раза в месяц, то скраб нам просто необходим. Что здесь еще? Шампунь для волос, яблоко и бамбук. Ой, даже водичкой разбавляли, чуть-чуть осталось. Очень классный шампунь. И я знаю, что по моим рекомендациям его многие из вас попробовали и тоже писали хорошие отзывы, что он очень понравился. Он два в одном, шампунь и кондиционер. Но такого эффекта, как после кондиционера, все равно нет. И если волосы ваши суховатые, может быть, кончики там подсеченные, то обязательно после этого шампуня все равно нужно носить бальзам или маску, для того чтобы дать волосам еще больше питания. Помните, что волосы у нас очень сильно подвержены вот этим вот переменам: тепло, холод, влажность, сухость, фен, да, вот это все. Мы их часто моем, то есть смываем вот эту вот сальцу с волос, которая их защищает. Поэтому нужно помогать волосам, напитывать их бальзамами или масками. Но шампунь очень классный, мы его берем постоянно. Вот как он только вышел, я его распробовала, как он круто отмывает волосы, очищает их, они такие после него живые какие-то, прям супер. Попробуйте, он очень доступен по деньгам. Так, тюбик пасты и еще тюбик вижу, не знаю, может быть, в глубине еще что-то будет. Две пасты, обе мои любимые: защитная и травяной комплекс. Я знаю, что травяной комплекс не все любят, потому что у него есть такой вот привкус этих вот травок, но я его обожаю. И это две мои любимые пасты, потому что отбеливающими я часто не пользуюсь. Я берегу эмаль, мне кажется, все равно как-то, ну, не надо злоупотреблять отбеливающими пастами. А вот защищать и травами десны восстанавливать — это очень круто. Я скажу свой отзыв. У меня от этих паст шикарное состояние зубов, не кровоточат десны, то есть они в хорошем таком крепком состоянии, потому что я знаю, что особенно с возрастом у многих десны начинают страдать, там, ну, как бы кровоточивость, дряхлость, какая рыхлость десен, да. Вот, а я пользуюсь уже много-много лет этими пастами, и результат очень хороший, мне нравится, супер просто. Так, что здесь еще? Это гель из старой коллекции, это алоэ, алоэ дочки брали, а она гель точно, или это тоник? А, это тоник, тоник с экстрактом алоэ. Вот он закончился, и здесь еще такой же гель. Вот гель и тоник как-то были в распродаже, я взяла просто потому что ей подходит, ей нравятся все вот эти серии Love Nature, а потому что они хорошо ухаживают за кожей, мягенькие, нежненькие и помогают справляться с воспалениями, которые появляются на молодой коже. Вот хорошие продукты, но сейчас серия обновленная, поэтому эти баночки уже можете как бы на них не обращать внимания, потому что их уже не будет. Так, закончилась маска, и чувствуется, что она понравилась. Обычно когда вот флакончики взрезаны, это значит, прям до последней капельки было использовано. Это маска против черных точек, по-моему, да. Ага. Для глубокого очищения кожи, экспресс-маска. Эта дочка, отзыв от нее хороший. Я ее всегда спрашиваю: скажи свой отзыв, мне нужно будет рассказать зрителям, понравился или нет. Она говорит: мам, понравилось, понравилось, все супер.
Вот маской она пользуется регулярно. Еще закончилась маска пленка, и я сразу заказала сейчас новую. Я люблю пленки, я не знаю, мне так кайфово снимать их. Вот я просто обожаю, когда берешь эту пленочку и аккуратненько начинаешь снимать, и просто кожа такая становится очень румяненькая, чистенькая, такая нежная, поры сужаются. Я маску эту полюбила, она еще и черная, и это так прикольно, наносит такую черную маску. Необыкновенно хорошо действительно очищает поры. Я читала, что не у всех очищаются черные точки, но это нормально. Вы представьте, черные точки, они глубоко забиты, и это такая щадящая маска, она за несколько применений уберет черные точки. Просто нужно сначала лицо разогреть, можете прям смочить полотенце очень теплой водой, прям очень теплой, положить на лицо, дать раз, ну как бы распарить его, или хотя бы поплескать на себя такой теплой водой, и сразу нанести эту маску, она лучше сработает. Поэтому маска стала любимчиком в нашем доме, даже Миша ей пользовался, поэтому сразу заказала новенькую. Мыльцы достали, сейчас уже, кстати, заканчивается ваниль с чем? С корицей. Вы, может быть, заметили, у нас две серии с корицей, яблоко и корицей, и новая вышла ваниль с корицей. Но все-таки яблоко с корицей остается моим лидером номер один. Все-таки вот немножко нет вот в этом аромате такого, знаете, как сказать, восторга, что ли. Вот как когда я вдыхаю яблоко и корицу, у меня просто вот башня сносит, потому что, во-первых, это шикарная ассоциация с выпечкой, которую я люблю делать, да, у меня с детства как бы яблоко и корица, это просто супер на первом месте. Но мыло прикольное, хорошая форма, интересная, не очень удобно ей, кстати, мылить, она там в форме какой-то как цветок такой, не очень удобно, потому что острые края, но мыло по качеству классное. Поэтому, и я считаю, что это все-таки такой подарочный вариант, очень красиво сделан, то есть флакончик с кремом, с пеной для ванны и само мыльце очень красиво оформлены. Так, что здесь еще? Пудра закончилась, это не моя, эта пудра закончилась у дочки, сразу две вот она отдала, одну совсем пустую, The One, ее сейчас, по-моему, нет в продаже, рассыпчатой, но она обалденная, просто, она как тальк такая, просто белая, но ее когда наносишь на лицо, она исчезает, и вместе с ней исчезает все, вот блеск какой-то, там поры, она настолько классная, эта пудра, я не знаю, почему их сняли, может быть, выпустят новые. И закончилась у нее пудра Giordani Gold, но она у нее даже упала и просто разбилась, тут видите, прям крошки пудры, но так как она упала на пол, то ее просто мы выкидываем, уже новую открыли, тоже такую же светлый оттенок, она сказала, что ей она нравится, подходит, я сразу ей открыла новую такую пудру, отдала. Так, что здесь у меня? А, эссенция. Кстати, у меня было такое удивление, что когда увлажняющая эссенция закончилась, и я полезла в свои запасники достать себе быстрее опять такую же, у меня ее не оказалось. То ли я ее кому-то продала, то ли подарила. Я была уверена, что у меня лежит такая в заначке. Я прям такая... Я без нее уже не хочу жить, потому что это очень классная штука для кожи. Она не просто... как бы сказать вам, она просто очень нужная для кожи, потому что с ней лицо становится более увлажненным, и вот просто почитайте про нее аннотацию, что написано, насколько она полезная, то что она питает нашу кожу и становится она намного лучше. Все, заболталась, не знаю, что сказать, не готова, но знаю, что продукт очень крутой. Так, что еще показать? Для лица маска. Маска огонь. Она в прямом и переносном смысле. Это овес органический и ягоды годжи. И эта маска питательная. Когда ее наносишь на кожу, лицо начинает как будто бы гореть. То есть она с согревающим эффектом. И поэтому я говорю, маска огонь. Мне она очень понравилась. Если первый раз, когда ее нанесла, я испугалась, я думала, у меня пошла какая-то аллергия. Первый раз аллергия на Орифлейм, караул. А потом я смотрю, ничего не краснеет, ничего не происходит, не раздувается, не чешется. Просто как будто бы тепло. Я дождалась до конца времени, смыла ее.
Мне очень понравилась моя кожа, она такая стала розовая-розовая, такая мягкая-мягкая. У нас уже новая маска открыта, и даже в запасниках лежит точно такая же маска, очень хороша. Так, что еще для лица? По-моему, все. Смягчашку еще вижу. И пошли бальзамчики. Смягчающее средство, это с розочкой такое, розового цвета. Я узнаю, что это с розой. Дочка отдала свою пустую баночку. Смягчашки у нас всегда используются. Я постоянно мажу локти, чтобы они не сохли, потому что бывает такое, что вот, если вы замечали, может быть, у вас есть на локтях как будто такая грубая, как пятка становится кожа. Ой, это кошмар. Еще она темнеет. Но если регулярно мазать смягчающим средством, то, во-первых, если проблема есть, то она постепенно уйдет. Если проблемы нет, то она и не появится. Главное не забывать. Я мажу им все, и губы. Бывает, что я вокруг глаз, вот так носик, если натерла там что-то, болячки. Болячки отваливаются мгновенно, просто размягчаются и аккуратненько отходят, не травмируя кожу, чтобы не возникала новая болячка. Потому что иногда люди отдирают и ужас. Вот, я и мажу даже пятки, чтобы они не сохли. Кутикулу я очень, у меня практически всегда она лежит в сумочке, и бывает, что если я куда-то еду, неважно, в машине или в транспорте, я могу так потихонечку достать баночку, взять небольшое количество и сижу потихонечку втираю в кутикулу. То есть я время даром никогда не теряю, и если есть такие помощники, надо ими пользоваться. Сейчас покажу, сколько их тут, этих баночек. Еще закончилась с черной смородинкой, это тоже дочка отдала, и это моя закончилась, не помню, какой здесь фрукт, но очень вкусный, очень хорош, очень, не помню, какая-то ягодка здесь, забыла, их так много уже сделали. Так, у дочки закончилась дынька, это бальзамчик для губ, очень вкусно пахнет. И вот мне не понравилась эта серия, знаете, вот наносишь на губы, как будто маслица, а дочка все время берет его и в подарок подружкам просит. Блин, пахнет вкусно, аж слюнки потекли, прям дынька дынная, сочная, спелая такая. А дочке очень нравится, потому что она губы не красит практически, только вот какими-то бальзамчиками, легенькие, прозрачные, и она говорит, а мне нравится, прям такое маслице увлажняющее на губах. Ну, нравится, значит нравится, каждому свое. А мне зато нравится такая штука, но это тоже не моя, отдала дочка, она, наверное, ревизию сделала и все пустые баночки сбросила. Это бальзамчик для девочек из детской коллекции, Мини Маус с клубничным ароматом. У меня сейчас тоже такой, у меня уже он, наверное, третий. Какой он классный! Вот рекомендую, обратите внимание, не только для детей он подходит, настолько он классно увлажняет губы, я его просто обожаю. Кстати, после него еще вышла серия Русалочка, вот там другой по качеству бальзамчик, мне он так не нравится, а вот такой прям обожаю. Ну, естественно, у нас чайное дерево, как всегда. Я не знаю, что она с ним делает, но оно заканчивается в месяц. Одна-две вот такие пустые флакончики у нас остаются. Что делать с маслом чайного дерева? Вот просто почитайте рекомендации, в интернете найдите или на сайте Oriflame тоже они есть. Как у него много, вернее, какой широкий спектр применения этого продукта. Но я его в основном использую как вот что-то порезалось, быстренько ожог, помазала, то есть со все ранки, все укусы, царапки от этого вот зверя, который дрыхнет с наглым спокойным личиком. Дрыхуня, проснись, хулиган. Вот, и иногда, если насморк возникает, да, или горлышко першит, я полощу горло или развожу с водичкой и капаю в нос. Но там пропорции нужно соблюдать. А так у него столько много всяких показателей, у кого перхоть добавляют в шампунь, то есть от угрей, от прыщей, то есть от всего подряд. Так, это тоже не мое, отдала дочка, сразу две упаковки туши, и обе 5 в одном, одна в праздничной упаковке, одна в обычной нам привычной синей. Это одна из лучших тушей в Oriflame, я считаю. Такая вот у нее кисточка, очень удобная кисть, просто классная. И у меня сейчас на ресничках тоже такая тушь, только в зеленой упаковке. Я взяла новогоднюю упаковку, новенькую. У меня XXL. А мне она очень нравится. Если у нее кисточка чуть-чуть отличается немножко. У этой кисти, чем она хороша, у нее начало маленькое,
И тут маленькая, а у той чуть пошире. И сначала я не могла к ней приспособиться, я мазала себе веко и боялась в глаз попасть. Ну, я быстро к ней приспособилась. У этой точно такая же кисточка. Если вы не пробовали такую тушь, обязательно попробуйте. Просто обязательно попробуйте, это очень хорошая тушь, одна из лучших, мне кажется. Так, что-то у нас закончилось для ногтей. Это, по-моему, два одинаковых средства для от расслаивания и ломкости. Да, два одинаковых, они вот быстро высохли, и мы пользуемся вместе. Я и дочке сразу покупаю себе. Мне чем нравится это средство, его можно носить без лака. Оно такое красивое на ногтях, что его наносишь, просто ухоженные красивые ногти, такие холеные. Поэтому всегда беру такое средство, тоже очень нравится. Астаксантинчик закончился. Тоже такие баночки я покупаю всегда отдельно. Помимо Wellness Pack я беру еще астаксантин на всякий пожарный, как я говорю всегда. Вот бывает у вас, может быть, когда-нибудь вспомните такое состояние предболезненное, как будто вот вирус какой-то зацепился, и вот вы в такое пограничное состояние, то ли вы все будет хорошо, то ли вы начнете болеть. Вот бывает, да, такое, вы это сразу чувствуете, начинаете щекотать носу, слезоточивость, может быть, да, в глазки там мокренькие такие, вот прям чувствуешь какую-то слабость. Просто я выпиваю несколько астаксантинок сразу, штук 5, то есть, ну, такой расчет на 10 килограмм веса одну такую штучку, и знаете, вот как будто сразу вот организм активизируется. И поэтому уже много лет мы не болеем простудными заболеваниями. Вот дочка иногда бывает, у нее раз, может, два раза в год, но она еще учится в университете, а там просто, она говорит, все ходят, кашляют и чихают. Но зато если она вдруг и заболела, то очень быстро выходит из этого состояния, то есть не углубляется там на 2-3 недели, и нету таких остаточных там последствий. То есть очень быстро, то есть организм так активизируется, иммунитет подстегивается, поэтому мы вот такую штучку всегда берем. Закончилось у меня очередное масло для волос ночное, Элио. И, во-первых, очень красивый цвет упаковки, я балдею, я не представляю, что это за цвет, такой невероятно синий, особенно вот я смотрю на просвет, это очень круто. Масло мне это нравится больше, чем желтенькое. И хотя оно ночное, я наношу его утром, потому что я голову мою только с утра и не люблю на ночь мыть волосы. А утром, да, это мое время ухода и так далее. Оно обалденное, оно настолько легкое, после него волосы расчесываются хорошо, не спутываются, и они гладкие становятся, такие напитанные, блестящие. Масло просто мой любимчик. А как пахнут волосы от него, ну просто невероятно вкусно пахнет. И последняя баночка, а нет, не последняя, вот еще одна. Я даже не помню, мне кажется, такой старый продукт, и он абсолютно не законченный, тоже дочка отдала полную банку. Она говорит, мам, что-то не зашло, не знаю, по-моему, она с охлаждающим было эффектом, но что-то не зашло и пролежало. Вот бывает такое, что продукция не используется, но его уже и нет сейчас в продаже, поэтому смысла нет о нем даже говорить. И последняя баночка, это целый флакон, да такой тяжелый, это мой любимый аромат Giordani Gold Essence, просто невероятный красавчик. Я последние капельки брызнула на Новый год и бросила его в мешочек, это была последняя пустая баночка. Очень вкусный аромат, и, кстати, я им долго пользовалась, потому что летом я им не пользуюсь, а мне он нравится именно в такое время года, когда прохладно, он невероятно вкусно раскрывается, при этом он легкий, воздушный, аппетитный, мне все говорят, как от тебя вкусно пахнет. И знаете, чтобы мне по нему не скучать, я уже заранее себе купила такой вот флакончик и сразу его открою, так как я сегодня еще духами не пользовалась, никаким ароматом, я сразу же его и открою, то есть не успел он закончиться, тут же на смену пришел другой красавчик, вот он, ура, вот и мне маленький еще подарочек, как говорится, праздники не заканчиваются. Кот, ты как, на тебя не попало? Ах, как я его люблю, он просто невероятный, вкусный. Если вы еще такой аромат не пробовали, вы закажите себе пробнички, ощутите это. Ой, у меня же раз, ой, кайф, как он поднимает настроение. Мне очень нравится, что у него в составе входит
цветок апельсина, наверное, это он так на меня влияет, потому что я, в принципе, обожаю этот фрукт, обожаю апельсины, он создает действительно такое настроение праздника, энергии, драйва. И вот этот аромат, помимо вот всего вот то, что я перечислила, он еще поднимает, как будто тут расправляются плечи, то есть чувствуешь себя королевой, потому что он очень дорого звучит. И он стойкий. Многие спрашивают, стойкий или нет. Он стойкий достаточно. Это парфюмированная вода, поэтому достойный парфюм в коллекции. Очень достойный. Вот, все вам показала, рассказала. Остался пустой пакетик. И я думаю, не стоит повторяться. Я сразу в процессе говорила, что мне нравится, что мы будем повторять. Но в основном, как вы видите в коллекции, в основном вся продукция уходовая. Очень мало декоративной косметики, то есть быстро заканчивается только тушь. Заметьте, что у меня практически не бывает теней, пудра вообще, мне кажется, первый раз за многие-многие видео, первый раз я показываю пустые баночки от пудры. То есть в основном это уходовое все, волосы, тело, лицо, все вот это заканчивается. Ну и тушь быстро мы меняем, потому что, ну, тушь 2 месяца и нужно поменять, чтобы там не развились какие-то бактерии нездоровые и не испортить свои глазки. Поэтому от вас что я жду: если видео полезно, лайк. Если вы еще у вас нет дисконта на продукцию Oriflame, это очень выгодно, как вы видите, покупать продукцию со скидкой, напишите мне или заполните анкету прямо под видео, я с вами свяжусь и научусь, чего начинать, как делать заказы, как оплачивать и так далее, то есть все тонкости и нюансы расскажу. Вот, если есть вопросы какие-то, задавайте прямо в комментариях, я с удовольствием всегда с вами общаюсь, отвечаю, помогаю, что знаю, всегда делюсь этой информацией. И я вам желаю отличного настроения, супер начала года, и пусть он классно будет весь год продолжаться. И до новых встреч на нашем канале, всего доброго, пока-пока! Ой, он меня начал облизывать! Туда попали духи, и он меня облизывает. Кот, ты чего? Вкусно? Малыш. Пока-пока. Такой язык шершавый.